Вы вообще что-то умеете уже? Или мы с нуля? Легкие песенки умею, кузнечика. Супер, это надо было записывать. Ну, я записывал. Что-то попахивает с троллингом каким-то. Не могу ничем помочь, как говорится. Я пока что так не умею. Но я учусь. Всем привет! Меня зовут Николай Попов. Прошлое видео такого формата вам очень сильно понравилось. Набрало 10 тысяч лайков, поэтому я снял новую часть. И в этом видео я нашел преподавателей на Авито, взял у них уроки по гитаре онлайн, при этом новичком не притворялся, а сразу им показывал свои навыки. Перед просмотром не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. 11 тысяч лайков и выйдет новая часть. И кстати, 18 декабря будет ровно 3 года моему YouTube каналу. Поэтому приглашаю вас в этот день на праздничный стрим. А чтобы не пропустить стрим, нужно подписаться на канал и еще нажать на колокольчик. Либо можете просто подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Там всегда приходит уведомление, когда начинается новый стрим, выходят новые ролики, а также есть эксклюзивный контент, которого нет на ютубе. Здравствуйте. Здравствуйте, да, все видно, слышно? Да, меня хорошо слышно? Да, хорошо вас слышно, да. Так, пожалуйста, мне назовите свой возраст. Николай, 26 лет. Вы вообще что-то умеете уже? Или мы с нуля? Да, умею играть. Сейчас как в этих, в пранках в ютубе вы такие мне выдаете, да? Круто играет. Почему как в ранках? Не бывает же такое, что звонят, говорят, да, я чуть-чуть умею. И потом раз, и играют лучше, чем некоторые преподаватели. Нет, ну я умею, да, чуть-чуть играть. Можно на «ты»? Я не... Можно. Отлично. Покажите, что умеете, чтобы я поняла, с чего начинать. Давайте. Давайте. Говорю же, как в пранках. А чему ты вообще супер? Долго занимался вообще? 20 лет с чем-то. Супер. Кому еще у кого учиться надо? Ну, вы правильно угадали, это был пранк. Я вот как знал, прям чувствовал. Ну, очень круто. Мне прям вот очень понравилось. Супер, это надо было записывать. Ну, я записывал. Ну, просто я в основном специализируюсь именно на, ну, на детях. Так я не умею. Можете показать, кстати, если хотите. Не могу. Я больше пою. Можете спеть, кстати, зрители любят. Что было со мной, где ты теперь, на какой полосе, если можно вместе все. Нормально слышно? Да, хорошо, кстати, поете. Слышно просто пение. Гитару как-то, ну, как-то тиховато слышно. А голос хорошо слышно. Ну, кстати, звучит в целом нормально, но хотелось бы лучше в плане гитары, а голос хорошо. Хорошо, учитель, я поняла. Что было со мной, где ты теперь, на другой полосе, если можно вместе все. Так я увел домой, недавно вроде бы на работе, я на охоте, ты... Спорю с самим собой, чудак, ну давай дружить, как-то надо же жить. Хлеб жевать, воду пить, болеть, глотать, дрожать, камень твой ЖЖ, настроение держать на восьмом этаже. Знать бы хотя бы, где ты, с кем ты, то ли там, я на твоей планете. Знать бы тебе конверты, как на льгете, кубики изо льда. Ну, это либо связь, я вообще, если честно, сегодня с этим зумом разбиралась 100 лет, я им не пользовалась со времен 7 класса. Хорошо, прям хорошо, мне понравилось, как поете, круто. Спасибо. Сколько урок стоит? Первое занятие бесплатное, вы можете не переводить ничего. Ну, могу перевести. Нет, не надо. Ну, пранк удался. Хорошо, пранк хороший. Ну, сыграть еще что-нибудь. Что, сыграть еще что-нибудь вам? Да.
Друзья, если хотите дослушать эту композицию до конца, то переходите в мой телеграм-канал по ссылке в описании. Там будет эта реакция до конца, а также много всего другого интересного. Это очень круто. Не знаете эту композицию? Гитару в окно. Знаю. Знаешь? Слышала. Я пока что так не умею. Но я учусь. Я тоже играю давно, но еще учусь. Ну, в плане пения я не умею петь вообще. Ну, ладно. У каждого свои таланты, зато играешь ты очень круто. Мне этого не хватало, чтобы мне кто-то сыграл на гитаре. Еще одну так коротенькую хотел бы. Свою. Я редко играю свое в роликах. Хотел бы сыграть. Попробуй. Она такая, как классическая музыка больше. Спасибо большое. Спасибо. Пока. А как и канал ты на YouTube называется? А канал называется у меня Николай Попов. Привет. Привет. Слышно? Да, слышно. Меня слышно? Да. Давай познакомимся. Давай. Меня Николай зовут. Очень приятно. Хотела тебя спросить вообще, чего бы ты хотел достичь, чему бы хотел научиться? Да я играю песенки и хотел бы, чтобы учитель посмотрел, как я играю песни. Есть ли ошибки или нету ошибок? Поняла. Смотри, у нас сегодня занятие, ну, вводное, то есть я бесплатно его продолжу онлайн. Чему обучаю вообще я и чему я могу тебя научить? Я учу базовым вещам, там, аккорды, перебор, бой. Могу там на слух немного там подучить, поиграть. Мы поем много с ребятами, кто у меня занимается. То есть вот такая ориентировка больше на, как сказать, больше на дворовые какие-то такие акустические версии. То есть никаких профессиональных навыков, в том числе там, по табам, по нотам, мы не читаем. То есть в основном это игра по аккордам, то есть бой, перебор и так далее и прочее. Ну, я в целом умею играть аккордами, перебором. А, то есть ты это умеешь? Да. Ну, смотри, нужно ли тебе это вообще в принципе? Я играю нотами, получается. Я поняла. Короче, ну сыграй тогда что-нибудь тогда. Что захочешь? Я умею там «Интерстеллар». Не знаешь такую композицию? Да, знаю. Ну, я слышала, но я не играю. Могу ее сыграть. Угу, хорошо. Есть ли смысл нам с тобой вообще заниматься? Потому что, может, ты меня сам будешь учить. Поэтому... Здорово. Не, на самом деле, я как говорила, что ты скорее меня будешь учить, но в том плане, что я на самом деле учу очень базовым вещам, поэтому
на мой слух и на мое, ну, чисто восприятие музыки, да, ты играешь замечательно, прекрасно, поэтому не могу ничем помочь, как говорится. Вот. Поэтому, ну, здорово. Ну, это был пранк такой своеобразный, на самом деле. Пранк? Да. Почему пранк? У меня, на самом деле, YouTube-канал свой. А, да? Да. А что это за канал, расскажешь? Канал Николай Попов. Можешь зайти посмотреть. Круто. Здорово, респект. Ну, блин, молодец. Спасибо. А сыграть ничего не хочешь тоже, может быть? Могу спеть что-нибудь. Такой чистый рандом, просто что в первое в голову пришло. There's just too much that time cannot erase. You cried, I wipe away all of your tears. You scream, I fight away all of your fears. And I held your hand through all these years. You still me. Ну, как-то так, короче, я для себя больше. Кстати, я сейчас вспоминал, что это за песня, и узнал, мне недавно ее заказывали как раз. Я стримлю на Ютубе, прямые эфиры веду. И мне недавно прям просили вот эту песню сыграть. Сегодня у меня вечером будет стрим как раз-таки. И по идее я ее должен играть, и тут ты ее спела. Совпадение, да? Вообще прикольно. Друзья, если не хотите пропускать мои стримы, то подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. А также можете подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании, тогда точно не будете пропускать новые стримы. А сейчас... Знаешь, тебе, может быть, группа своя музыкальная есть? Кому интересно, я оставлю ссылку в описании на мою музыкальную группу. А если вдруг хочешь научиться играть на гитаре, как я, то ссылку на свой онлайн-курс по гитаре я оставлю тоже в описании. А ты из какого города? Я с Волгограда. А, Волгоград. Я вроде сейчас звонил учителю тоже из Волгограда. Почему у меня... Да. В общем, удачи тебе в развитии твоего канала. Спасибо. Мы будем знакомиться. Николай. Да, Николай зовут. Ага, сколько тебе лет? 26. Так, я же могу на ты? Да. Все отлично. Где живешь? Ростовская область, город Новошахтинск. А ты где живешь? Я в Волгограде. Что-нибудь умеешь играть? Легкие песенки умею. Кузнечика. Кузнечика? Да. Что еще умеешь? Ну, я кузнечика по-другому могу. Да? Ну-ка. Сейчас. Это попахивает троллингом каким-то. Почему? Ну, я бы не сказала, что она прям легкая песня. Ну, кузнечик легкая, говорят, считается. Ну, так-то да, но... А чему бы ты хотела научиться? Ну, я не знаю, какие-нибудь ошибки, может, посмотришь. Аккорды играешь? Да. Ну, давай, какие-нибудь... Простенькие. Ну, а М, Г, Ф. Вот, тот простенький. Ну, там С, Г, Д, М, Д, А, М, А, Ф, Г. Еще какие-нибудь, может быть, покажешь мне? Бой могу еще вот такой. Ничего, такой бой красивый. Хорош. Не, ну так-то ты, не знаю, ты хорошо играешь. Ну, в основном, вот, да, кузнечика и вот это знаю.
больше особо ничего не умею. А как же Цой? А, Цой я-то умею тоже, да, могу сыграть. Может, еще ты в музыкальную школу ходил? Да, там забыл что-то, потом вспомнил. Да, Бетховен внезапно такой. А, кстати, Бетховен. Послушать. А из России чай сделал, в принципе. Что? Я чай сделала. Прям. Прям чувствовала. Чувствовала что? Он хороший ученик будет, что? Что, играть умеет? Да, хорошо играешь. Спасибо. Кузнечик класс. Ну, там разные версии бывают. Я видел, кто-то вообще играет на Ютубе, по-моему, как-то вот так вот. А, да, да. Это какой-то ремикс, у них стандартные. Ну, твоя версия была покрасивее. Ну, разные бывают. Просто вот эту я не учил, которую сейчас играл. Это я так, просто... Увидел, ну, подобрал. Что-то вспомнил, что-то сыграл. Абсолютный слух, моментальный подбор. Ну, нормально, ты меня затроил, конечно. Ну, вот такой вот пранк был. Ну, зачем? Зачем вы меня трогаете? Я просто не понимаю. А почему? Вы уже кто-то отделал, что ли, такой? Звонил? Ну да, ты, наверное, четвертый. Четвертый даже? Ну да. А кто звонил до этого? Ну, если ты меня снимал, то ты первый, кто меня снимал. А кто троллил? А зачем тогда троллить, если не снимаешь? Как, ради удовольствия, что ли? Ну, жду видос со мной. Здравствуйте. 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 Давай поговорим. Какой у вас уровень подготовки? Ну, кое-что умею играть. А чему хотите научиться? Ну, я бы хотел, чтобы вы на ошибки посмотрели. Умею несколько песен играть. Ну, я простых песен умею играть, легких, чтобы посмотрели на ошибки. А в плане перебора, какого плана? А через аккорды вы играете или перебором? Что-то перебором, что-то аккордами. Угу, хорошо, ну давайте посмотрю. Недавно разбирал, ну, учу, до сих пор не могу выучить эту композицию. Но уже почти стало получаться. Хотел бы, чтобы посмотрели на ошибки. Классно. А в чем проблема? Где ошибки? Так что, нету ошибок, что ли? Нет ошибок. Все хорошо. А руки у вас поставлены. Не сказала бы, что вы начинающий гитарист. В основном у меня дети с нуля. Вот. Я на них больше как бы. Вот, акцента. А именно повышение мастерства я, к сожалению, этим не занимаюсь. А, занимаетесь, да? Ну, вы показали. Да, просто. Как вы умеете, это классно. Я, получается, не подхожу. Да. Вы уже хорошо достаточно играете. Понял, спасибо. Но это своеобразный пранк такой был сейчас. Но я видела такие видео. Я просто звоню преподавателям и сразу им играю нормально. И все. Да, здорово. Если досмотрел до этого момента, то напиши в комментариях, что посмотрел видео полностью. А также не забывай про лайк, если понравилось это видео, и подписку на канал. Также можешь делиться этим видео с друзьями. А также можешь посмотреть другие мои видео, они прямо вот здесь. Вот можете прямо сюда нажимать и смотреть другие похожие такие же видео.